Во вторник в Самарской области солнечно, сухо и тепло. 26-29 днем, ночью 16-18 выше 0. Ветер юго-западный, южный 5-7, порывы до 14 метров в секунду. В Сызрани солнечно, днем плюс 26, ночью плюс 18, южный, скорость 7 метров в секунду. В Тольятти безоблачно, днем плюс 26, ночью 18, выше 0, ветер юго-западный 7 метров в секунду. В Самаре ясно и без осадков, плюс 27 в дневное время, ночью плюс 17, юго-западный ветер 6 метров в секунду, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 36%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.